помню. Я тоже. А у тебя лог в гильдии, нет? Ты кому звонишь, блядь? Конечно, мне на мага просто. Это Рависта лог. Викторка, по-моему, у него лог. Да. Зачем приходил? Чё, блядь, хотел? Ты заходишь там, нет? Захожу. Чё, уже зашёл? А уже зашёл? А сейчас зашёл? А когда зашёл? А где зашёл? А кто зашёл? А почему а? Зашёл? А теперь зашёл? Может, да. А может, бля, нет, а может, бидона. Пошел ты нахер. Видели бидону, блядь? Ну, вообще, ебать, крутой, только вот он в ульпе. Тебя ждать? Нет, я, блядь, хочу уже, блядь. А ты когда у него в гостях был? Пиздец, блядь. Нет. Синтек, когда ты у него в гостях-то был? Я. Тогда эти пристабав, блядь. Вообще никогда. ЛФГ, орды плюс, ну. Чё, блядь, у бидона нахуй апнутый... Это чё? А, это... Ебать, у него Т4-3 даже есть апнутый, а у меня нет. Ну да. Пиздец. Потому что ты студент. Ну лох, потому что. А он не мог его купить, блять, он его точно нахуй за ИП забрал. Размер его писюна, знаешь? Плащ Резгер, да? А шмотку себе апнуть не можешь. А-а-а, ебать, так он купил все, пиздец, бидон. Ты меня разочаровал. Ну, апнул так, по-моему. Фристабафа нету. Шаду, дай пристабав. В смысле он все купил? Он в рейде взял. У он нас третья сета. И получил кому раздать? На кого хотите, раздавайте. Все, пошли, я запуливаю. На себя хочу. А че там? Не знаю, я по скидкам очень было не куплю. Пиздец. Бомж номер один, нахуй. Я говорю, что мне логнуться нужно, а ты зачем-то пошел по улице? Не слышал. Я в центре. Охуеть, блядь. Ебать, замена, блядь, топовая, нахуй. Сука. Тут ваши дети всю жизнь в WoW играли, блядь. Нихуя. Блядь, забери слова, я не хочу, чтобы они играли в это, мне стыдно. Так не косячь! Так я не косячу. Когда он так говорит? А он второй по хпсу. Элло, проснись. Воу-воу. Разбери. Я думал уже все, блядь. Кто знает, какие пассивки у Вульпера. Я же не Макрона. Нало пассив. Пассив это хуево. В невидимости нало заметен он. Ага. И ману регенит, когда кастит. Ага. Там какой-то процентик там возвращается обратно. Ага. При каждом касте. Ну и круг этот вокруг себя кастует, которым на 8% больше дамажит и хилит. А, нихуя. 30 секунд КД на 10 секунд висит. Пишу 6. Да говно. Пиши. Да, да, согласен, кто попал. И будем бежать. А еще он это сальто крутит, когда прыгает. Эльфийки также у меня. Давай, вставай, ебашим. Их торка по возможности СС себе дает.
метки вниз. Противник, что сейчас? Так, прячемся. Нормально, давай. Баба! В центре стопните, пацаны. Оп, смотрите, раз уже все спустили, молодцы. Осталось только... Баба! Замедленная анимация. Нихуя там топа, блядь, стакает. Почти шотает его. Притяжка, готовимся. Фаза, не будет притяжки. Угу. Отходим. Первую Ясно. Звезду сразу разбить. Ушатастик, да? Угу. Фриду мне дадите, когда он поменяет час, выбьете. Дайте ему Фриду. Что-то быстро стало. Не скинули. Следующую забрал. Звезду, следующую. Забрал, звезду. Беги. Сейчас будет притяжка, готовимся. Ну, какого хуя? Одну разбейте. Бичи, сука. Так, после притяжки эту зергайте. Зергайте уже. Следующую звезду и сразу пошли. Ой. Разбивайте быстрее две глыбы. Две быстрее. И вторую быстрее. Следующую звезду и сразу разбить. Ушли милики. Забрал, выходи. Сразу разбивайте. Не сбрасывается только у меня? Или глыбы просто близко ставят? Не знаю. Пошли. Ставьте сейчас звезду. Ну, быстро разбили, наверное. Так, ну нет. Не разбивайте быстро. Видимо, близко так, босс на хп, везде. На хп, давай, помогайте хилить. Помогайте хилить. Хилить, спокойствие, кастуй. Следующую звезду нужно будет захилить. Танка, захильте! Ты 4 дай. И в рот ебать нахуй. Да чё никто не хилит, то танка, блядь. Блин, где-то секунд 20, наверное, вообще без хила стоял. Залупа ебаная, блядь. Мы выжили, потому что у нас по две метки два раза подряд было. Но замораживало кто-то вторую. Слав, по-моему, конечно, звезде ничего не сбрасывалось. Слав, конечно, извини, но я и говорил. Да, все понятно. Ну, извини, правда, мне да, просто... ну ничего страшного. Вы понимаете, ребят, что вы, блядь, глыбу сносите секунды за две или за три. Стаки не сбрасываются три раза подряд. Это ж пиздец полный. Нет. Они обновляются просто за глыбой. Ну, я лично не успевал. Близко к Синдре стоит. Ну, может быть, танк не успевал, я просто не знаю, кто. Я стою, потому что на РДД на одном месте равняюсь по глыбе. Короче, и у меня, получается, не сбрасывались стаки. Короче, танки, нахуй. Вы, когда босса ставите, когда босс прилетает оттуда, стойте в звезде, блядь. А не за звездой, нахуй. Чтобы между звездой и красным кружком босса побольше было места. А не так, как вы делаете, блядь. Так, тупо все. Лучше всего встать спереди, но, как говорится. Ровист, где там? Чтобы у тебя звездочка сзади стояла. Ровист, прием. Пиздец, охуенные рейды, нахуй. Я ебал такие геры, нахуй. Геру в среду поставлю, нахуй. Будем всю неделю обычки хуярить с вами. Потому что в обычках нихуя не закрывается. Алло, нахуй. Победа.
Пиздец, блядь. Я ебал такую хуйню нахуй. Кто в Геру будет ходить, если у нас такие бичи в обычке? Я. Я тоже бич не захилил танка. То есть реально тут, блядь. Пиздец, я хуею нахуй. Их торка, бля, ДПС пиздец топовый. Это топовый. Точно бидон с нами играет? Не знаю. У него, блядь, и топ ХПС, блядь, и шмот топовый. Это не он, короче. Блядь, она мне била, эта хуйня, по 2, по 5 тысяч, блядь, бьет и просто постепенно сдох без хила вообще. Блядь, ровист, как так, нахуй? Почему на ФК-то, нахуй? Я не могу понять, блядь. В игре я на замене АФК. Как так, блядь? Он написал, какие две минутки-то, блядь? Сколько уже можно? Мы, блядь, уже траев дали. Сколько? Один. Пиздец, нахуй. Я хуеваю, блядь. Да я ебал, нахуй. Какая Гера в четверг, нахуй? Пошли, запускаем. А на Новый год ЦВК 25 оп будет? Да, пойдем. Вот тут танк везде стоит, и босс должен быть... Вот. Если ровно в звезду ставить, нормально будет сейчас. Минус 2. В ногах у Войда сдох, сука. Бами, сука, ты будешь прятаться? Нет, я не понимаю, блять. Декор, ну неси куреснешь. Неси-ка бомж какой-то, блять, нахапали, совсем не умеет играть. Блять, первый раз сдох. Это все отмазки, блять. Ну вообще. Бами, ты будешь хилить нахуй, ну. Я не понимаю, хилит он или нет вообще, ну. Ты в танка кастуй. Освобожденка. Вот сейчас сбрось 7-8 стаков. У меня дверь слабенький. Тяжко сейчас будет. Хэлла, бидон, танка хильте, потому что там хэпалы дауны, блять. Ну не дауны. Да даун. Да унято. Понял. Один не одетый, один бич какой-то, блять. Один раз сдохнуть хватило, чтобы ты стал давно. Ну а хули ты хотел, блин? Но бычка еще не хочет никто нахуй. Хули, не будем обычки-то ходить. Так и Геру тоже тогда не будем, блять. По гамме будем ходить. Угу. Предлагаю Накс Рамаз 25 попробовать закрыть. Да ну там тактики жесткие. Ты чё, Накс Рамаз, нахуй? Бля, да там почти все манекены. Спрячьтесь, нахуй.
Чё, глыб нету? Разбили. Вот чё танк не захиленный? В первую очередь, ну, блядь. Супрадин вылетел, блядь. Охуею, блядь. Тяжко сейчас будет. Беги, малышка, беги! Убегаем. Сука, бичуган, блять. Ну, надоели. Да. Хули, да, блять, вставай быстрее. База. Мили, возвращайтесь. Сизду. Бами. Бами. Какого бэма, нахуй. Мне же псих берет, блядь. Все скидывается нормально. Следующую туда же. Уходи, уходи, уходи. Смотрим, притяжка будет. Ставь тотем, бидон, шаду, гим на ману, притон вперед, неси. Будет притяжка. Или что, не было притяжки, да? Не было, сейчас будет. Вот она сейчас. Вот сейчас. Кого-то протянуло. Это танк, по-моему. А ладно. Разбивайте, следующую туда же. Милики ушли, хант там стоит. Уходи. Разбиваем. Следующую туда же. Заебала освобожденка, нахуй. Тоже разбиваем. Следующую туда же. Здорово. Разбиваем. Две быстро разбиваем вот эти. И следующий туда же будет притяжка. Быстро-быстро разбиваем. Бабами. Туда же несем, будет притяжка. Баби, жми бабл. Иди. Блять, бабл, быстро нажимай, да. Сука. Он сейчас сдохнет. Ёбаный ты бомж, нахуй. Подходить, видимо, надо, нет? Подходим, блять, надо... Это, вот давай Т4. Захилимся, отбежать надо. Я понял, нахуй. Грибай. Да идите в очко, блядь! Сука, да почему такая да, хуйня, да, блядь? Еще. Да кто там играть будет, блядь? Ушатастик. Я убьем. Ресай вой, да. Меня так его... Дела. Тихо, блядь. Т4. Похуй, поменяют, подойдешь, реснешь. Не заморозься в глыбу, блядь, ушатастик. Ебал рот нахуй, сука. Ну хильте как-то. Ходи. Вадикон хильте. Ходи, уходи, уходи. Хилить. Ставь тотем ходи, последний там. И иннер отдай кому-нибудь. Авелане, возложение рук по бидону дай. В сторону все несите. Да. Все остальные в сторону несите. И добивайте. Сколько там? Сейчас притяжка как раз будет. Сейчас притяжка будет. Прячьтесь за вот этой глыбой, блять. Ну, или вас притянет, блядь. Или не бейте эту глыбу, сейчас притяжка будет. Все, отбегайте. И пробуйте добить. Да, блядь, там стаки не скинуты, нахуй. Идите нахуй, блядь. Залупа ебаная, блядь. Ебал эту хуйню. Ебаная в рот. Что это за вагоны? Давай, добивайте, добивайте, добивайте. 2%, пацаны, давайте. Ну, хули 2%, блядь. Сука, ебаная, блядь. Похильте уже тастик, мы убьем. Кто похилит там? Хилов. Нету хилов. Я койлаюсь. Два танка броняют. Чё там, как дела, блядь? Чуть-чуть, 300 тысяч оставалось.
Сука, я ебал такую хуйню нахуй. Бами вообще нахуй ноль, блядь, не понимает нихуя. Он просто не одетый, и он просто не знает нихуя тактику. Ему просто тут нихуя не надо. Хапалом заходи. И заходите еще, кто там зашел, блядь, Дис. Смотрите, Holy Drink троллит. Бам, я не знаю, тебе надо знать четко, блядь, что здесь происходит. Ты не понимаешь, блядь, 30 стаков настакал и веселишься, стоишь, блядь. Тебя убивают эти 30 стаков, когда ты должен подойти с глыбы, блядь, получить 15 тысяч и стоять, блядь, в этой глыбе. Слышь, а ты... а почему должен был, извиняюсь, перебил, почему должен был паладин бабл нажать, а если бы был другой персонаж? Ну, у тебя стаки. Нет, если бы он нажал бабл, стаки бы скинулись. У него было 30 стаков, блядь, понимаешь? Я ему говорю, жми бабл. Все, мне похуй. Мне похую. А у тебя что за хуйня? Почему ты на двух притяжках вздыхаешь? Рыба у медведя же. Я? Не ты. У меня? Я первый раз, у меня, блядь, дважды притянул, а второй раз я почему-то бегу, и я медленнее всех остальных. Я вообще не понял. Ну так чарку делай, хуй знает, блядь. Пиздец, я охуеваю. У меня такое у меня вообще настроение пропадает. Это хуйня какая-то. Какая может быть Гера, если у нас такая залупа здесь? Полное говно, блядь. Так, кстати, Геру не давали, добили бы. Или давали. Дали, причем дали. Тут Гера? Я говорю, понял. За целка Геру, блядь. Ну так если вы не отбегаете, значит это не для вас игра, блядь. Значит надо что-то делать, блядь. Я хуй знает, блядь. Так не пойдет, блядь. Уже угрозу сегодня, если что. Чуть сегодня вообще как-то мне на все продолжает. Раздайте локи СС по хилам, я на инсику дам на паладина. Да кахули, ты, блядь, тактику прочитай, блядь. Вот после этого, вот ты сейчас кикнутый, ты сидишь в Долоране, и ты читай тактику, блядь. И чтобы на следующей неделе ты пришел, ты четко все понимал на каждом боссе, что когда происходит, от чего можно сдохнуть, от чего нельзя сдохнуть. И всех это касается, всех, кто тут первый раз, там, блядь, кто там, это. Если вы классом играть не умеете, лучше не беритесь, блядь. Играйте, я не знаю, в Тетрис, нахуй. Там рабочий, нахуй. Открываешь YouTube, выбиваешь Синдрагоса за хэпало и смотришь даже видос. Приста бафа нету. Если на первой фазе можно еще там, блядь, 8-9 стаков набить, на второй фазе нельзя, максимум 3-4. Потому что если не скинешь в стаки, то умрешь. Охуею, от глыбы, ну. Вместо, блядь, да, вместо бабу часа, бабу. Сука, 5 боссов, нахуй, мы тут 3 часа сидим, нахуй. Я ебал такую хуйню, нахуй. Не знаю, что завтра будет за рейд, просто даже не буду ставить. Да ладно, классика, нахуй. Не горит, а что? Сейчас так... убьем. Ну хули классика такого, ну, блядь, я не знаю, нахуй. Он просто устал, блядь. Понимаете? Войд устал. Бля, я тоже поспал 4 часа, сгонял на работу и в ахуе сижу, но ничего. Да тут не дело во сне, понимаешь, контент-то мы уже 100 раз закрывали, а все равно вот такие ошибки. Да там челики не закрывали, блядь. Я первый раз, когда сюда пришел, я 2 раза заслакал, меня Войд кикнул. Я пошел смотреть видосы, блядь. С гильдии. Где, нет, где Рога, блядь? Просто офнулся, нахуй. Так, кто там? Инеола готов травить еще раз? 6-м хилом, блядь. Пытаться. Тут нет. Даже люди не тут, блядь. Пишут, пишут давай. Давай. Так, поехали. 6-м хилом бегаешь. Вон, вместо бича стила заклинаний 4 поставь его в 5-й пати. Не, ну конечно 45 минут на синдре, да, это, блядь, результат. ЗС, нахуй. Даже не говорите это слово ЗС, блядь, пока такие обычки. Надо каких-то людей искать, которые, блядь, я не знаю, или учиться будут, или уже наученные, блядь. Или хотя бы, чтобы в DC говорили, блядь. Кстати, ой, 4 босса там вообще манекен. ЗС это змеиное святилище, да? Там змеи и святилище.
А вот это собрание еще никто не убил даже. Все, пошли, запускаем. Ну, хоть три босса там убиваем мы всеми. ДК, Горн. Не три, четыре. Ну да. Лича убьем, пойдем за С. А вот в собрании еще вообще никто не убил на X4. Ебать, кто мы убивает. После нерфа только убьют. А вы видели, что его бафнули? Мне кажется, надо прекратить пиздеть и отбежать от всех притяжек. Вообще сейчас. Все лопать, да? Алло, блять, синтек нахуй. Согласен. Ну, давай. Мочи. Эма сдал. Живите. Я пока. Я хочу пиццу. Поебал. Хочу бургер. Было бы неплохо. Ну, если она бесплатная. Это какой сегодня рейд по счету? Первый. Первый? Эй, вы чё? Хорош. Минус 4. Мужики. Какой минус 4? Блять, вы не можете escape нажать? А тихо, кто? Тихо. Тут какие-то настройки. Хватит вышли. Пиздеть, блять. Лут офнули. Да у меня ребенок. Тяжко сейчас будет, смотрим. Беги, малышка, беги! Ума нету, так что живите. Как хотите. Ты что, издеваешься? Да ёпта. А второй кто танк войд? Ну шутастик. Понял. Четвертая глыба падает. Фаза пошла. Привели. Отходим в кружок. Первую звезду сразу разбить. Унсика. Следующую звезду будет притяжка. Седжо. Если будет метка, вперед просто несем ее. Вперед неси. Блять, сейчас убьет его еще.
Вот эти две разбивайте. Быстрее. Красава. Танка, сука. В звездочку. Вперед. Уходи. Бидон. Звездочку сразу разбиваем. Так, следующую звездочку. Стоит. Будет притяжка. Так, смотрим. Вперед относи. Тихо, тихо. У тебя притяжка должна быть. Тянет. Где притяжка? Сейчас будет. Хорошо, готово, да. Что-то наебало какой-то. Вперед неси. На... к этой же глыбе. Отойдите, милики. После этой метки будет. Что-то я не знаю, блядь, что забагалось. Вот она, притяжка. Там. Нормально. Разбивайте все в сторону и по боссов выебашим. Притону в сторону. Геру. Подходи. Блять, 8 стаков. В сторону Энх, выйди. Где там Энх, не вижу. Вышел? За Сендру ушел. Спасибо за победу. Ебала такую победу, блять. Победа. Спасибо, деда. Спасибо деду за победу. Вот это под тебя. Да, у меня есть сын в ангаре. Коготь надо кому-то? Там кто-то стон нажимал на дом. Да, хуй знает. Отдал на шару Т-10. Валик, не спульте. Давай, давай. Че, Костя, набухал панду? И не только панду. Что-то пиво и коньяк. Ебать. Ёршик и дел. Приезжайте в магнитку, будем с вами пить. Так ты же сам говорил, тебе одной банки хватает, чтобы под стол улечь. Еще и вино. Не важно. Десяточка есть. Так, сумоним. Кто на боссе, кто на ком? Какой переформ, блядь. Так, все тут. Запускаю. Я тут не был ни разу. Сейчас будешь. Так, а тут фрост оставлять? Босса... Фрост шмот. Нет. Оставлять? Нет. Кто на боссе с вас? Вот, Нига, ты на боссе, да? Ну быстрее раздупляйтесь, вы тут вообще? Да, ты на боссе. Давай. Сбоку держишь Ширкарей и Шутастик. Вот здесь. Вот здесь, да? Да. Так, кто там? Я вот здесь, где я сижу, его хватать. Лёха, личку глянь. Инсик или Вархель, кто здесь палить будет? Здесь так же, как в Гере? Вархель. Инсика, я понял. Первый. Я вслух сказал первым, блядь, ничего не знаю. Ну, значит, на ГП, блядь. Не будет диспейл, обоим ГП. Бидон уже диспейл на Гере. Погнали. Нихуя себе. Чур, все ГП в Рахиэлю. Да, я лично не продиспейлю каждый диспейл. На друидов дам, блядь, вам. Чё, здиспейлить надо обязательно, с ушатастика, не проебите. И с того, кто выносит. Блядь, а какая кнопка, нахуй? Какая? Какая-нибудь? Я подиспелю, отстань, сика. Подиспелю, фиксируем. Сейчас после заражения чума будет, готовимся. 5 секунд чума.
Куда он? Я его сагрил, пошел куда-то. Да хуёво ты сагрил, блядь. Надо ждать, когда он двигаться начнет, и тогда таунт нажимать. Ну... Диспел. Ну все, пизда, Шаркаря... нахуй. Шаркаря забери с рейда. Да я забираю, блядь. Ты просто... Ты просто не знаешь такой нюанс, что он когда вылез, он еще не двигается. Не двигается какое-то время. Шатать. Тебе надо таунтить и набирать игрок. Сука, как вы заебали, нахуй. Равист, блядь. Не фони. Бряба. Вурдалака одного маленького забери. А, его нету, нахуй. Вурдалаков тоже мне на себя забирать? Одного. Правило двух мобов. Да он тут первый раз, он не знает, видишь. Сейчас шаркарь будет. Подожди, пока он начнет бежать в рейд, и потом только на платформу. На платформу. Вот таунт по нему. И заходи, медведь, заходи. Медведь, зайди, блядь, на край. Танка надо будет здесь пылить скоро. Вот сферу, он, сферу разбейте, дух. Сферу. Сферу. Здесь пыльте у шатастика. Сюда у шатастик. У шатастик заходи. И вот этого духа забирай с меня. Сферу разбейте. Нашли на платформу. В центр все. За спину Люча встаем. Быстро все вальки разбиваем, замедляем. Три хила, внимание. Готовимся сейчас заражение прохилить. Быстрее разбивать сейчас. Все, разбили нормально. Осквернение опять. Осквернение вышли. Разошлись осквернения. В центр не налейте. Черепок отошел. Отошли от черепка. Все. На другую сторону идем, к ключу. Значит, сейчас будут и вальки, и осквернения одновременно. По команде выбегаем с центра. Кличка его стоит. Лечу, встаньте. Через 3 секунды милики выбегаем с центра. В сторону глыбы там выбегаем. Все, милики вышли. Все вышли, РДД тоже на кольцо разошлись. Смотрим осквернение. Черепок. Вот черепок разлился, все, теперь валькам фулл ДПС. Валькам. Я не туда, прям. Треугольник, треугольник разбить, разобьем нормально там, хп у нее мало. Быстрее разбейте треугольник. Ну разбейте его быстрее, там выпрыгнешь. Все, теперь с центра вышли. С центра вышли. Будет сначала осквернение, потом к ключу вернемся. Осквернение секунда. Вышли с центра быстрее. Теперь быстрее к ключу бежим. К ключу бежим. К ключу встали все. Вот где черепок, в ту сторону встали. Этих валик бьем и лича переводим. Вот три вальки. Фулл ДПС по ним разбиваем и лича переводим там 2%. 1%. Лича на край, лича на край. Лича, где кружок, иди, летит сюда на край. Подходим. Осквернение. Осквернение секунды отошли. 0,3% там процента переводим. А черепка отошли. И к лечу. Все, пошло. Пошел переходка. Маздал. Рано. Уже маздал. Нормально. Как раз хватило, Лёп. Победа. Ставь тотем бидон шаду гимноману.
Воу! Это... В рейд развернулся дух. Танки, понятно. Танки бомжи, сука, блять. Да я рот ебал нахуй, прыгайте с обрыва. Сука, ебаный в рот нахуй. Посчитать на пулы, блять, или что нахуй? Или как нахуй? Как с вами играть, блять? Блять, такое отвращение, просто пиздец нахуй. Играем на расслабоне, как в РБК пришли. И один хуй вайпаемся, как дауны, блять, какие-то. Кто сорвал фокус? Да. Фокус мудак. Он никогда Воман не смотрит, нахуй. Танки слаковые. Смотрю я Воман, ты понимаешь? Смотри, у меня агро, блядь, 82%. Я ледяной шок один раз нажимаю, его, блядь, 126 становится. Это ты брателло, блядь. Пронизывающий ветер кинь сначала. Это ты сегодня только... КД находится. Ебать, я понял, попиздите, да? Сука, это ты сегодня только узнал, нахуй? У тебя глаза открылись только сегодня, что в Т4 на Сирусе, блядь, агро дохуя генерируется. Они же, блядь, не делают все нормально, как для людей, блядь. Это же не компания Blizzard, блядь. Или ты думаешь, похую, да? Танки хули задержат, нахуй, агро, блядь. А подожди, так а как мне босса бить? Я тебе говорю, никак, у меня, нахуй, не бить. Агро, еще дохуя. Стоп, не. А что мы будем, сука, падать теперь от духа? Ты убил весь, сука, ебучий рейд. Ты не можешь не победить. Подожди. Понимаю, если по мне там 95-97, я стопну, конечно. Как на 80? Ты, я тебе говорю, ты только сегодня узнал об этом, что дохуя у Элема агро или что, блядь? Мне просто интересно, блядь. Да я знал об этом. Вот и стопни теперь, по духам не бей, блядь. Это первое. Второе, блядь. Роги, нахуй, и Хант. На первый и второй рассчитайтесь, блядь, и духов напуливайте. Один первого, третьего, второй, второго, четвертого, блядь. Танки, нахуй. Дух появляется, ДК набирает агро тремя ЛПшками на нем. Пиздец, какое-то говно, блядь. И не бей фокус, блядь. Сука, духов, блядь. Ну, пиздец, потому что ты охуенно, ну, в шок нажал, чтобы, блядь, и... Короче, нахуй. Я хуею просто, блядь. ГП. У тебя фокус только в процентах агро показывает? Да, у меня башка на агро. Просто если у тебя Оман стоит... У меня нету вот этих ваших аддонов, у меня есть башка, которая показывает агро, там все в процентах. Ну вот смотри, вот у меня, например, да, 10 тысяч агро, у тебя 8. Шок генерирует 1010. Смотря сколько у тебя там СПД заряжено. Это типа шок 15. Мне нужно еще 4 АВПшки кинуть, чтобы забрать. Ладно, забей, я просто духа не буду бить. По сферам играй, да. Я тебе сказал уже, что ты не бей духа. Лучше сферы в натуре играй, блядь. Они хоть в рейд не дышат. Давай по сферам поиграй. Потому что я ебал такие вайпы, нахуй. Уже очко тут сидеть на двух боссах, нахуй, 3 часа, блядь. Я не знаю, у меня в мыслях даже нету, что собирать. Я просто не представляю, блядь. Надо каких-то 230-х набирать, нахуй, да в ГМОП вводить, блядь. Запустил лича. Потому что это хуета какая-то, блядь. И это, ну, ладно, там какой-то ТТГ, который там Сирус выпустил, тактику порассказывать. Но вот эту всю хуйню, целка, РС, блядь, все, чтоб тактику знали, блядь, прочитали в интернете. Бами, там, Неолог, кто не знает, чтоб все восполнили пробелы, блядь. Потому что сколько лет этой хуйне, язык бьем, блядь, один хуй новые люди приходят, и никто нихуя не знает, даже не интересуется. Если хотите играть, блядь, потому что я уже заебался все это говно одно и то же рассказывать по КД. Это пиздец просто. Видосы есть, блядь, как мы убиваем всю эту хуйню. Посмотрите, блядь, чтобы нормально все играли. Three, two, one.
Вот сейчас ты уже вурдалака должен одного забрать. Я уже забрал, он обратно. Так потому что ты агро на нем набираешь. Ты как набираешь агро? Издалека, что ли? У тебя ЛПшек нету. Ты подойти должен убить. Тихо, шаркающий, Слава. Пусть заберет шаркающий. Так не отведи работает. Отведи подальше, да. Отведи подальше. Крузис. Так, нормально? Да. Да, да. Ты должен на мобах агро набирать, а не так ты встал там, таун дал, думаешь, что моб, блядь, дурачок? Там же агро, видишь, сколько уе идет в рейде, блядь. Первого рудалака, чтобы забрать, на нем надо увечья дать дохуя. А если на мне этот шаркающий, как? Сейчас нет, не надо. Сейчас уже не надо ничего. Это первый до шаркающего ты забираешь. Их торка. А че это за диспел, блядь? Я. Это что, ладно. Ну, шатастика перекинул, с меня сразу переставлю. Ты еле меня пролагала, не могу понять. Не, там все норм был. На платформу. Шаркарь, перевели. Второй шаркарь. Так вот, духи сейчас на блуднике. Один. Первого, третьего на пуле. Второй, второго на пулю. Надеюсь, вы там решили между собой. Забираю штастик. Сферу разбить. Дай типа я там что-то такое цель. Валик разбиваем. Можешь ебашить. Оскорнение 3 секунды, право-лево от валик. Центра тоже вышли. Черепка отошли. Отходим от него. Будет вальки одновременно с оскорнением, готовимся. Нюла, ты совсем не успеваешь щиты навешать, я что-то могу вкурить, блядь. Или что это за хуйня? Оскорнение, одна секунда. Вышли из центра. Не знаю, или они пробивают щиты. Кружок разбейте, Войда. И все три тоже вальки разбивайте. Станьте. Где замедление по трусам? Где замедление-то, блядь? Хули она так летит быстро? Кто там в ней? Седжу, да? У шатастик реса Седжу. Осквернение. Осквернение вышли. Отошли. Вставай, Седжу. Аску присобав по нему. Так. К личу встаем. Сейчас вальки хватают. 1% до фазы. Валик не бьем. Лича на край ведем, лича только бьем. На край ведем. На край ведем. Ну кто это в кружке, блять? Это Локи? Вернуться? В кружке не знаю. Я тоже не знаю. На край заходим. Это Локи были. Сферы сейчас в два раза больше летят, так что это разбиваем.
У Шатастик третьего под конец заберешь. Фу, блядь, сказал у Шатастик, я сразу же... Это... Поставьте там тотем, Шаду дай на ману. Не получается четвертого, который следующий будет. На край сферу разбейте. Мишка, забери духа. Тут будет тело в комнату засасывать. Куда ты его в центр повел? На край его веди, блять. Сука. Че, Геру? Никогда в центр лича ты не ведешь на последней фазе. Его ты, сука, ждешь на краю, блять. Там каз сбей в комнате. Пошли, блин, на другую сторону. Искренение 2 секунды. Право-лево отошли. И потом к личу возвращаемся. Искренение отошли. Короче, ловлю духов. Кразис, сука, ты не ловишь духов. А полидринг был. Да вы не ловите. Бабли. Так, две цели только осталось. Хилить надо только две цели. Сейчас уходим уже на другую сторону. Скринили на 2 секунды. Так. Прячемся за личом. Шатастик ловит духов. По фокусу сальву дай. Пошли бафет. Жатва. На борьба. Осквернение. Последний раз перебегаем. Черепка отошли. Все, добивайте. Победа! Чабах, вайп. Ну вот он, вайп. Блять, у меня чуть сердце не тормознулось, нахуй. Да, я первый раз лича убил. Даже в десятке еще ни разу не убил. Я тоже первый раз убил. ГЦ хуй. ГЦ Крайзис, Ушатастик, ГЦ Фокус, ебать. Спасибо, я в Герю убивал. Спасибо. Ну, а бычки у вас не закрыты, поэтому я вам говорю ГЦ. Я негр. Урон в босса вам показать. Там какой-то бич на втором месте. Сука, я тоже. Личку глянь. Ладно. Короче, первый Эя, потом Фокус, потом Притон, Инвизибл, Хайрина, Врей, Виктор, Касседжу, Брибай, Крайзис, Дринк, Валент, Эвелайня, Вадикон, Фокусирую, Шэдоу, Найт. Реальный. Спасибо, сектант. Вадикон, короче, походу чилил. Весь бой, я не знаю, почему он 3 лям всего набил. Эй, я походу, я не знаю, блять, может душу продал кому-то, почти 7 лямов набил. А ты мне скажи, у тебя шо, аккаунт? У меня details. Details? Он по боссу смотрит именно. Я по боссу смотрю. Я тоже по боссу смотрю. Ну сколько у Дикона, например? Я вот вижу Вадикон 3 миллиона. Да ладно, Тригор. Вадикон чисто по лечу 6,11 миллионов. Чего? Да. 3,3. Дай кидайте борт! 3,3. Бля, это посох локом идет, нет? Да. Я хуй знаю. А, флипа. Хз, Вадикон у меня вообще показывает всего типа 5 лямов убил. Блять, нахуй, ну может не нужен. Маги портал. Тут крита нет, по-моему, он нахуй не нужен. Наверное, из-за того, что у меня был пропуск кадров и. Да, я всегда мало на лече бью, потому что слишком много целей. Когда меняешь цель на совете, тяжеловато. Я знаю.
Ну, ты Войд, все равно молодец. Войд, как дела? Чё ты молчишь? Ебать, я переволновался, Войд, чё-то вообще. Слава, ну ты хоть чё-нибудь... Наверное, из-за того, что он четвёртый. Пукни. Да хули пукать, блядь. Там в личку видел? Погнали ТТГ. А, бля, вы еще куда-то пойдете? Ебать. А можно ГМХ? Тюрьма Толгорода. Было бы кем идти, блядь. А можно в тюрьму?